8 ноября в детском хоккейном центре «Авангард» ветераны омского хоккея встретились с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы клуба. Ребята, которым только-только исполнилось по 5 лет, совсем недавно приступили к тренировкам, и для них сегодняшнее событие стало своеобразным посвящением в ястребы. Сейчас, конечно, одно из достижений, можно сказать, это организовали тренерский совет. То есть руководитель школы, конечно, главное лицо у нас, но все какие-то вопросы, то есть решаем мы, грубо говоря, сообща. Принимаем решение, тогда выносится и уже утверждается. Ну, я считаю, что это одно из главных. Ну, и направление сделано на отборе, наборе, то есть более качественная работа и попадание в команды. Спортивный принцип. То есть вот это мы во главу угла ставим, что спортивный принцип попадания ребят. И вот сейчас даже ребята 2003 года, вот они сегодня играют. Вчера мы поиграли, из 38 ребят нужно отобрать 30 человек. То, что мы делаем в понедельник, уже будет организовано 30 человек, которые продолжат дальше выступление. Ветераны сказали напутственные слова юным хоккеистам, а те вручили людям, ковавшим славу омского хоккея, подарки от хоккейного клуба «Авангард». Нам даже дали призы, вручили пропуска на хоккей. Вот. Ну, я считаю, это очень замечательно, потому что развивается в детях, воспитывается патриотизм клуба, города. Такие веселые мальчишки, как-то они вызывают такой оптимизм. Какая-то цель должна быть, кем-то стать. Для них кумиры должны обязательно. Кумиры. Такие у нас в Омске тоже их много. Мариненко, Илаков, там, Жилинский, там, Игорь Дякив. Таких много. И они обязательно, дети хотят быть похожими. Сушинский, он как на Сушинского, то все дети знают нашего города, можно сказать. Поэтому вот для них это вот пока так. А в целом, конечно, надо, чтобы у них какой-то маленький, но успех был. Будет успех, у них будет интерес. Их не потянет никуда влево-вправо. После этого у ястребков состоялась полноценная тренировка. Каждый хотел показать максимум своих возможностей. Ведь желание у всех одно – стать настоящими хоккеистами. Илья, за что ты любишь хоккей? Почему ты решил стать хоккеистом? Потому что мне нравится играть в хоккей. Хорошо. А вот чтобы стать хорошим хоккеистом, что нужно делать? Чтобы хоккеистом стать, надо стать большим. А тренироваться надо? Да. А как ты тренируешься сейчас? Вот что вы делаете? Мы тренируемся. Мы тренируемся, занимаемся. Ну что вы делаете? Бегаете, катаете? Что вы делаете? Бегаем, клубом занимаемся, хоккей играем, забиваем голы. А ты нападающий или защитник, или вратарь? Нападающий. Много голов забил уже? Да. Ты.